хочу поблагодарить своих друзей и соратников, патриотов нашей Родины, Астаны, также с Алматы и весь Казахстан, так как у меня, как видите, флаги приспущены перед домом. Так как я 23 декабря похоронил свою маму, мало того, погибли люди в самолете под Алматой. Поэтому я скорблю, дорогие друзья. Я потерял самого дорогого человека. Но самое главное, я хочу вам сказать, что мы можем потерять самое дорогое в жизни, это Родину. Из-за вот этой воровской власти и политики китайской экспансии. Поэтому я, не щадя ни сил, ни здоровья, с прошлого года активно выступаю на митингах первомайских в Караганде, а также в Астане 21 сентября поехал с плакатом и выступил против китайской экспансии, против воровской политики Нурсултана Назарбаева. Я за то, чтобы освободили политических заключенных, которые подвергаются пыткам. Мухтар Джакишев, Арон Атабек, Макс Бакаев и так далее, другие наши товарищи. Бесчеловечными условиями униженные находятся в тюрьмах. Поэтому я вас призываю, народ, проснуться, увидеть эту реальную картину, что мы можем лишиться Родины, так как земли отходят постепенно к Китаю. Поэтому, дорогие друзья, проснитесь и будьте с нами, и ничего не бойтесь. Алга, Казахстан! Вместе мы сила, и мы победим!